Уроки цифры дают в Новосибирске. Это акция, в рамках которой эксперты рассказывают школьникам, как не стать жертвой мошенников. Советов много, но самый важный – не разглашать персональную информацию. Адрес, номер телефона, данные банковской карты и паспорта. Помимо этого, школьники узнали о компьютерных вирусах и опасности, которые они несут. Как мошенники могут украсть сведения или блокировать компьютер, выманив деньги. Понимать эту гигиену интернет-общения, мне кажется, должен любой современный человек, особенно дети. Они ко многим вещам относятся очень просто, и их нужно предупреждать, что такие опасности есть. Опасность есть не только на улице, опасность есть в сети интернет. И, безусловно, вот это мировое пространство, оно несет с собой как добро, так и зло. И просто какие-то действия не нужно делать.